жизнь такая скучная у тебя. То есть разнообразие какое-то. Вот хоть волком вою, тут есть волки, да? На Луну, да, вот жизнь как будто у тебя как волком воет. Вот тебе, ты так зациклилась на нем, потому что скучно, где? На душе, в душе, в постели тебе скучно. Я вот, ты вот поэтому зациклилась так на нем. Ну, пиши, пиши теперь свои, пиши свои предпочтения. Давай, вытаскивай карту. Почему я так зациклилась на нем? Итак, кто именно писал? Слушайте дальше. Ногти большие. Почему я так зациклилась на нем? Колесница. Потому что полоса белая, полоса черная. Видите, конь. Черный, конь белый. Вот опять штормит, да? Хочется новых желаний, хочется новых ощущений. Хочется, чтобы тебя кто-то, кавалер на белом коне, забрал какое-то путешествие, что ты там, допустим, где-то устала на работе или где-то. А хочется элементарного отдыха. Отдыха, ну, не простого, прям уж сказала, элементарного. Хочется, наверное, все-таки отдыха с любимым человеком. Как ты думаешь? Ну, можно, если нет любимого, можно и спокойно отдохнуть без него. Найти там любимого, да? Но у нас-то вопрос, ты не уходи, пожалуйста. Почему ты так зациклилась на нем? Да можно и спокойно одной отдохнуть. Зачем нам кто-то? Почему? Еще раз, тема. Ты как, знаешь, как гадалка. Ее спрашиваешь, почему я так влюблена в него. Да, я уйду в другую сторону. А она, потому что звезды ушли все на кос, а там вообще любовь и вообще огурцы солят. Вот да, примерно вот гадалки вот так вот разговаривают. Нет, подождите, мужчины так не говорят. Четко вопрос, почему ты так зациклилась на нем? Потому что хочется белой полосы в жизни, а тебе почему-то, вот как Дима зашел, да? Хочется все-таки, ну, этого разнообразия, этой белой полосы в жизни. А она, видите, говорит, да все равно... Отдохну с другим. Вон с Димкой Сельтигиным поеду отдыхать, да? Да. Вот, понимаешь? Готовься. Ты давай не это, мне он потом закидает этими своими сообщениями. Упустим. Почему я так зациклилась на нем? Смотрим. Ну, ты любишь его, король чаш, это... Твой человек, которого ты с ним бы хотела общаться, ты бы хотела с ним видеться, ты бы хотела много чего бы с ним. Ну, вот так мне эту карту показывают. Почему ты так зациклилась на нем? Потому что он в тебе разжигает энергию страсти, энергию огонь. Вот с ним ты прям чувствуешь... Даже если вы на расстоянии, ты чувствуешь вот этот вот комфорт, так как уверенность, да, в себе, как правильно сказать-то? Ну, если комфорт в этом человеке, то нужно увидеть. Дальше, почему ты так зациклилась на нем? Без него одиноко. Конечно, ты в одном гнездышке, понимаешь, там с ним еще какие-то были построены планы, пусть даже на отпуск. И ты зациклилась на нем, потому что эти планы, ну, рушатся, получается, где-то. Я так могу сказать. Почему ты так зациклилась на нем? А потому что был такой опыт, и вроде бы с этим все создалось. И теперь опять, получается, рушатся замки, куда-то опять переходить, переезжать, передвигаться, начинать новый роман с новой сказки, да, вот новый роман начинать. И, ну, получается, как привязанность, что ли, они хотят уже сказать. А тебе не хочется новой привязанности. Почему ты так зациклилась? Ты зациклилась на нем, смотрим дальше. Пишите имена свои. Ну, личный расклад, вот номер карты. Ну, потому что недосказанная любовь, что-то тебе хотелось с ним сделать, что-то хотелось с ним поговорить, а в какой-то момент он где-то тебя неправильно понял, неправильно послушал, неправильно дослушал.